Ну да, конечно, сложновато в который раз думать о автомобилях, но придется. Вопрос номер один. У нас цены в раз. То есть цена на семгу и лосось со 170 рублей прыгнула в 550. Ну и нормального лосося и семги нам целый год не видать. То есть цена прыгнула в 2,5 раза. Теперь про мясо. 150 было, сейчас ниже 300 за нормальный кус не отдашь. Два раза. Ну, по 28 долларов летать-то можно было бы, но по 36 и с плюсом 12%, и это как-то странно. А вот машины и квартиры-то не прыгнули. То есть тупо берем кредит, едем на село, там ценники не так, как в магнитке, и нормально живем. Я понимаю, что все-таки без кредита в жизни не получается. Что же такое кредиты и как можно быстро их у вас получить? Для этого надо паспорт и водительское удостоверение. А сколько по времени? В течение 30 минут оформляется заявка, потом все на рассмотрение банку уже. То есть, если я пришел к вам и захотел купить автомобиль, а денег нету, проще к вам обратиться? Конечно. Ну и где тачки-то берем? Да здесь же. Конечно, лучший вариант брать нормальное железо до 98 года, оно ездит хоть. Причем клево, найти можно. Все, что позже, это часть пластика, наклеенная на другую часть пластика. Но думать вам, вопрос со страховкой, то решается здесь же. Мы сотрудничаем с крупнейшими страховыми компаниями нашего города, а также со многими пунктами технического осмотра. То есть у нас можем застраховать и помочь техосмотром. У нас сейчас запустился новый сайт по новому адресу. Мы выкладываем ежедневно практически все машины, которые у нас стоят на рынке, а также можете просто зайти в любое время и сами свое объявление выложить на сайт. То есть также его будут заходить, люди смотреть. Не обязательно оставлять у нас на продаже на рынке машин. Ну и понятен результат. Хотите продать быстро, у вас купят. Хотите продать медленно, есть интернет-ресурс. Хотите купить машину с подарком, есть и такой вариант. В любой день недели вы можете приобрести любую машину, то есть любой марки, любой комплектации. И при этом мы вам предоставим бесплатный вид услуг. То есть никого мы не оставим без внимания. Каждому покупателю мы предоставим подарки, но это будет небольшой секрет наш. Вот. Такой вид услуг, как диагностика лакокрасочного покрытия, визуальный осмотр на эстакаде автомобиля, то есть осмотр днища, рычагов, ходовой части, проверка ходовой части, дальнейшие бесплатные консультации по техническому обслуживанию. То есть мы подскажем, где можно будет дешевле обслужить автомобиль. Вот. Помимо этого, бесплатное размещение о продаже автомобиля на нашем сайте, который вот указан на нашем плакате. Вот. Вы можете и сами подать объявление, зайти на наш сайт, разместить его, и ваше объявление будет работать. Помимо этого, мы осуществляем срочный выкуп автомобилей. То есть это происходит быстро, удобно и выгодно для продавца. То есть приобретаем мы любые автомобили любой марки, то есть джипы, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, мототехнику в частности и прицепы в любом техническом состоянии, независимо в каком состоянии. Вот. Ну и как также предоставление техосмотра, автообмены всевозможные. Ну и, как я сказал, бесплатная консультация. Не нужно ждать воскресного дня. Мы ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Приходите, будем очень рады. Ну и самый главный вариант. Круче левобережного авторынка нет. Именно сюда везут машины. Именно здесь вы можете поторговаться и пока купить то, что стоит дешево. Да потому что скоро ситуация развернется в другую сторону. Скоро, извините-то, хавать будет нечего, и ценники вырастут. И ждать-то недолго. Ну, год-два, и машины ввиду дивной эксплуатации посыпятся. И ценники будут и на тачки, и на хаты. Ого-го! Поэтому, хлопцы, нормальное село, нормальный дом и нормальное точило, и не парьте мозги!